кто из русских правителей кажется вам наиболее симпатичным и почему вообще в истории? Ну, вы знаете, что Михаил Горбачев, мне кажется, самым симпатичным правителем, потому что, в конце концов, он открыл окна. То, что он не смог, скажем так, сделать движение в Европу более последовательным, это уже наша вина. Если искать исторические параллели нынешней российской ситуации, с какой эпохой вы бы сравнили ее? В России, в российской истории? Ну, скажем так, такого периода никогда не было. В какой-то степени, может быть, наклевывается определенная аналогия с 1914 годом, падение той системы и попытка ее продлить за счет Советского Союза. Все дело в том, что бензин кончается у системы самодержавия. Будут ли продлены санкции этим летом? Скорее всего, да. Кто из нынешних российских политиков мог бы стать следующим президентом? Даже не буду гадать. Сколько сроков пробудет Путин на своем посту? Думаю, что если его изберут, это будет его последний срок. То есть буквально вот со следующего срока его не будет? Нет, я думаю, что у него есть шансы переизбраться в 2018 году. Но этот срок будет последним. Но я думаю, что, скорее всего, наверное, и он не захочет продлять свой срок до бесконечности.